понимаю, что происходит. Я не могу остановиться. Попробуй приземлиться. Хотя бы спустись пониже. Ай! Я не могу! Сделайте же что-нибудь! Ну вот, у тебя получилось! Кажется, да. Ой! Ой, почему я прыгаю? Почему я прыгаю? Брось, да останови же его! Я попробую. Сейчас. Вот так. Да. Кажется, я в норме. Ты уверен? Вроде да. Итак, Хейли, когда ты в последний раз проходил техосмотр? Нельзя быть таким безответственным. Так, всем спать. А тебе, непослушный вертолет, в первую очередь. Но я... Молчи, ты и так доставил сегодня немало хлопот. Ой, всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ах, как бы хотел я, чтобы эти зануды и умники стали совсем другими. Ах, может, я бы хотел, чтобы они поменялись ролями. Вот было бы забавно, ха-ха. А теперь спать. Ну вот и утро. Всем привет! Кто проснулся? Какое клевое утро! Не погонять ли мне по трассе? Погонять? Эмбер, ты не заболела? Кстати, может, посмотришь мой мотор? Что? Мелкий вертолетишка, молчи! А то отломаю твой пропеллер и сдам в металлолом. Эмбер, ты заболела? Не нарывайся на драку, летающая малявка! Все, я уехала тусить. Полли! Полли! Ой, скорее, с Эмбер что-то не в порядке. Нет, только нет. Ой, нет. Полли, что случилось? В мой гараж заползла ужасная муха. А я боюсь. Какой бред. Полли, ты шутишь? Ты мне не веришь? Все, я обиделся и уезжаю плакать. Ничего не понимаю. Полли, стой! Полли, остановись! Полли, если ты сейчас же не остановишься, я сяду на тебя сверху. Я не остановлюсь. Когда я капризничаю, меня сложно остановить. Ну, я тебя предупреждал. Берегись. Ах, какой ужас. Ну, почему ты просто не остановился, Полли? Мне страшно, я боюсь. Ну как это? Ты что, забыл? Ты же самый храбрый и ничего не боишься. Я маленькая, хрупкая машинка, и мне страшно. Мама! Так, без истерик, надо настроиться. Раз, два, три. Полли, без Роя тут не обойтись. Я поехал за ним. Возвращайся скорее, а то мне страшно. Кто там на поляне? Уж не Рой ли это? О. Рой, что ты делаешь?
Я решил собрать несколько букетиков и украсить станцию спасателей. Что? Я там уже хорошенько все поубирал, а теперь вот хочу немного все украсить. Рой, нам нужно перевернуть Полли. Он попал в беду. Ах, как все это ужасно. Я так распереживался, что мне срочно нужно подмести что-нибудь, хе-хе, или помыть. Но, Рой! Пока, Хелли, сообщишь, когда все наладится. Не понимаю, что происходит. Придется вернуться к Полли и самому что-то придумать. Ребята, нам нужно срочно его перевернуть. Давайте вместе, на раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так. Ура! Ура, получилось! Спасатели молодцы! Спасатели? Значит, все случилось, как в моем сне. Все поменялись ролями. Полли теперь капризничает, как Мини. Эмбер хулиганит, как Спуки. А Рой чистит все, как Клини. Привет, Хелли! Привет, Хелли! Как дела, Хелли? Привет, ребята! Да вот, не все в порядке. А давно ли ты проходил техосмотр? Давай я отнесу тебя на своих сильных колесах на станцию спасателей. Ты совсем не соблюдаешь режим дня. Ты не соблюдаешь. Ты не соблюдаешь. Надо срочно тебя чинить. Стоп, помолчите, помолчите. Почему ты нас не слушаешь? Все, я полетел. Держите его, ребята! Кажется, он заболел! Держите его! Держите его! Не в порядке. Держите! Он болен! Надо его держите спасать. Его! Спасите! Помогите! Защитите! Тихо, тихо! Ты так кричал! Тебе, наверное, приснилось что-то страшное. Так это был сон? Ребята, какие же вы у меня хорошие, самые лучшие. А вечером ты думал совсем иначе. Не знаю, что было в этом сне, но он явно на пользу. Я так не думаю. Солнечный сегодня день. Как хорошо, что так давно не происходило никаких аварий. Ой, что там на перекрестке? Ай! Ай! Ой, больно! Ах, кажется, у меня вмятина. Без паники, сейчас я всех осмотрю. Стойте спокойно и не двигайтесь. Какой чудесный день! Можно полностью расслабиться. В этот день не может произойти ничего плохого. Марине, Марине, у меня супер новость. Я хочу тебе рассказать, ну, послушай, это так здорово! Мини, Мини, осторожнее! Не приближайся так близко к реке. Да у нас в городке уже 100 лет ничего не случалось. Вот, послушай лучше. Осторожно, Мини! Ай, ай-яй-яй, я сейчас утону! Марине, помоги, помоги! Станция спасателей, я вызываю станцию спасателей, приезжайте срочно! Сейчас, 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 сейчас я тебя подниму. Ну, Хелли, я слишком тяжелый. И зачем ты со мной споришь? Да, я поспорил, что смогу поднять тебя в небо на пару сантиметров. И я это сделаю. Ой, ух, ух, а, ой.
Кажется, получилось. Ах, я не могу удержать равновесие. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, я сейчас рассыплюсь на запчасти. О, у меня ноет правое крыло. Ребят, вы что, отдыхаете? Поли, у нас проблема. У нас действительно проблема, срочный вызов. Минни упала в воду. Кажется, я не могу подняться. Я не могу пошевелиться. Ты можешь взять с собой Эмбер? Эмбер на вызове? Что же делать? Ладно, еду сам, а вы ждите Эмбер. Остановите меня! А что? Где? Когда? Кэп, ты почему уснул на дороге? Я? Уснул? Ты уснул, и я в тебя чуть не врезался! Это была аварийная ситуация! Прости, Полли, в последнее время в городе так спокойно. Я залюбовался птичкой и уснул. На дороге надо соблюдать правила, а не любоваться птичками. Я понял. Ладно, не будем об этом. Поехали со мной, поможешь спасать Минни. Минни в беде? Едем же скорее! Ну вот, я вас почти починила. Спасибо, Эмбер. Ты очень вовремя. Но в чем причина аварии? Ну, я не знаю. В последнее время на дорогах так спокойно. Я включил по радио любимую песню и даже не смотрел на дорогу. Все понятно. Вы решили, что раз аварии давно нет, можно забыть о правилах. Ну, прости нас, Эмбер. Мы будем внимательны. Ой, смотрите, там Макс. Он как-то странно едет. Обожаю эксперименты. Так даже лучше, никто не может врезаться в тебя сзади. Ой, я сейчас в кого-то врежусь. Привет, Макс. Привет, Эмбер. Ну и что это было? Ну, понимаешь, Эмбер, в последнее время на дорогах так спокойно. Срочный вызов! Срочный вызов! Эмбер, мы только что достали из реки Минни, а Хелли и Рой в ужасном состоянии. Скорее на станцию спасателей! Уже лечу! А вы, ребята, делайте выводы, что самый спокойный день быстро станет самым аварийным, потому что правила нужно соблюдать. Эмбер права. Мы были слишком уверены в себе. Да уж, и чуть не погибли. Ездить задом наперед, конечно, интересно, но небезопасно. Минни, ты уверена, что тебе не нужна помощь Эмбер? Нет, мне нужно полотенце. Я мокрая, как лягушка. Ква! Это не очень смешно. Почему ты упала в реку, Минни? Я просто хотела срочно рассказать, кстати, что я хотела рассказать? Видишь, из-за спешки и невнимательности ты чуть не утонула. Да, мы все слишком расслабились и забыли о правилах. Хорошо, что вы это поняли. Приводите Минни в порядок, а я поехал. Посмотрю, как там ребята. Всем пока! Пока, Полли! Ну что, чемпионы, вам получше? Да, я уже могу летать. А я могу ходить и ездить. Значит, я могу вас наказать. За что? За то, что вы сделали этот день самым аварийным днем в истории. Мы больше не будем. А больше и не надо. На сегодня уже вполне предостаточно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Подписывайся на канал.